Авария произошла на Московском проспекте. Легковушка была припаркована возле обочины. По крайней правой полосе двигался пассажирский микроавтобус «Фиат». На всем ходу врезался в стоящую легковушку. По делам забежал в парикмахерскую. Документ передать. А сколько минут у вас примерно не было? Минуты три, наверное. В микроавтобусе в момент столкновения находилось 4 пассажира. Пострадал ребенок. Ударился об сиденье, но родители ее забрали. Приехал отец, забрал в больницу. Все сказал, номер телефона взял, машину фотографировал. Если что-то серьезное будет, будет, скажут. По словам водителя автобуса, припаркованную легковушку он попросту не заметил, поэтому пошел практически на таран, не сбавляя скорости. Катился я буквально вот на третьей скорости, по крайней правой, ну, по своей полосе. Мы обычно едем по крайней правой. И солнце в глаза ослепило, не заметил машину и столкновение. Я даже не тормозил, вот как ехал, не заметил просто. Ремонт легковушки оплатит страховая компания, а микроавтобус водителю придется приводить в порядок за свой счет. Юлия Шабанова, Эльвира Ермакова, Василий Киселев, эфир 24.